Привет, меня зовут Вика. Сегодня мы пришли в библиотеку поливать цветы, так и на улице стоит жара. Мы поливали цветы, поливали кедры. Всего хорошего настроения. Здравствуйте, меня зовут Бутенко Матвей. Я ученик 4 Б класса. Я приехал к бабушке погостить. Часто прихожу в эту библиотеку. Советую вам прочитать вот эту книгу. Она называется «Звонок для учителя» или «Лес рук». В этой книге очень много веселых историй. Например, Света, девочка Света, которая пошла в зоопарк, ей очень понравился бегемот, и она решила она нашла способ, как прокормить его, потому что у зоопарка не было денег на прокормление бегемота. Или, например, мальчик Миша, он влюбился в одну девочку, и она на него не обращала внимания. Он решил сочинить стихи для этой девочки и подарил свою крысу. Эти стихи его были первые в жизни. Я первый читатель этой книги и советую вам ее прочитать. Я посоветую почитать ее своим друзьям. Мне эта книга очень понравилась. Добрый день, друзья! Сегодня я вам хочу предложить свою новую коллекцию. Коллекцию веселых человечков. Все они живут в журнале «Веселые картинки». И я их придумала по тем иллюстрациям, которые были в журнале. Их 8 человек, 8 человечков, маленьких, задорных, все озорные, каждый выполняет свою функцию в журнале. Приходите к нам на выставку и посмотрите все сами.